Всем доброе время суток, с вами канал Луха 54 и я Владимир. Как вам такая заусовка? Все углы в нуле. Так сказать, мечта любой торцовки. Но, к сожалению, торцовки так не могут. Не могут они по одной простой причине. Просто большой вылет диска. И происходит дрожание, колебание, и все это вносит свои погрешности. И в результате появляются какие-то щелки, несовпадение углов и прочее. Чтобы обойти эту проблему, так сказать, я сделал себе на фуганок донцы. Знаю, звучит абсурдно, но тем не менее работает. Вот такое вот донцы. Абсолютно вещь безопасная, и работать с ней одно удовольствие. Испытано, проверено, надежно. Сейчас сделаем рамку, и я покажу, как это все работает. Запилил на заготовках углы с одной стороны. И теперь сейчас по упору сделаю размер. Вот так вот здесь такой вот упор. Специально по 45 здесь есть прорезь. То есть, чтобы вот эти углы не заворачивались. Вот видите, и миллиметр ушел. Чтобы упирались они не вот в эту острую часть, а упирались вот в эту прорезь. А острая часть выходила здесь. Ну, сейчас настрою и будем пилить. Вот так вот это все выглядит. То есть, угол заходит вот сюда вот. Здесь вырез ровно 1 сантиметр. И когда угол сюда заходит, заготовка приходит точно к упору. Если по-другому, вот чуть-чуть малейшее отклонение сделать, то и угол уже не совпадет. Таким методом тоже исключается погрешность запиловки угла. Вот. Тут совпало, и тут совпало. Настроил второй размер. Забыл сказать, вот этот вырез, когда заготовка углубляется, его надо плюсовать к размеру, когда отпиливаем размер. И пилим вторую часть. Заготовки у нас выпилены. Сейчас соберем их после торцовки и посмотрим, как это все выглядит. Ну а что тут собирать? Тут-то собирать не надо. Даже не будем собирать, сейчас так покажу. Вот что после торцовки. Видите, какая щель? Отклонение в диске. Здесь более-менее, но все равно, вот они, видите, диск напилил вот такой вот бугор, по-моему. Вот. Ну и собирать ее смысл. Сейчас обработаем заготовки в донце, соберем рамку, а потом я расскажу, как устроена прилада и как ее настраивать.
Как видели, прилада абсолютно безопасная. И работать на ней легко и просто. Наш военный верстак. Наши заготовки обработаны. И теперь сейчас мы их кладем. Так, следующий. Так, вот с этого начнем. Вот. Видите, как пришли углы? Абсолютно идеально. Как я уже говорил, мечта любой торцовки. Ну, только поджать надо, конечно. А так все четко. Там где-то есть волосок. Ну и делали мы не на компьютере. Вот. Ну а теперь расскажу, как устроена прилада. Прилада устроена просто. Брус 80 на 80. То есть основа должна быть тяжелее заготовки. Вот такой вот прижим на навесе. Это для легкой регулировки. И чтобы ничего не крутить, там возле фуганка не зажимать, а просто вот так вот рукой заготовку вот этим болтом придавил туда, и все. Здесь пропил такой, сделан в полдерева, чуть больше, под углом 45 градусов, и 4 регулировочных болта. Эти болты... Они регулируют ширину заготовки, ну и подпирают, естественно. А эти два угловых болта, то есть они отвечают за наклон углов. Вот этот убавляет градус, вот этот добавляет градус. Ну, сейчас заготовку возьму, подробнее покажу. Вставляем туда заготовку. Вот. И они, естественно, запирают вот все ее между собой. И когда начинаем крутить вот этот угол, то есть снимать начинает вот эту пятку. А когда начинаем вот этот угол крутить, тогда снимает вот этот вот носик. Вот этот болт, когда крутить начинаем, снимает вот этот носик. То есть, когда вот приподняли ее... Вот видите, если этот болт начинаем выкручивать, раз, приподняли, и начинает снимать вот этот носик. Ее приподняли и вот этим болтом прижали. Они вот так вот крест-накрест работают. Вот. Видите? И таким образом меняется угол. То есть сначала подстраивается, отрезается на торцовке 45 градусов, а потом подстраивается через угольник. А вернее, берем два пробника и добиваемся, чтобы у нас был угол по угольнику вот такого-то. Вот, чтобы все сходилось строго по угольнику. И когда угол сойдется по угольнику, уже будет идти все точно. Угол настроили на приладе. Потом торцуем все на торцовке. Ну и в принципе здесь все. А, да. Когда брус, вот это все выпилится,
прогоняем вот полоса, то есть до сюда уже дальше нельзя идти за ножи. А вот это расстояние надо прострогать и остановиться вот здесь. Таким образом, ножи уже задевать не будут. И поставить вот такие вот упоры вот здесь и здесь, чтобы лишнего движения не было. То есть сюда она заготовка, вот эта штука не слетает со станины донца наши. И вот сюда, то есть эта часть тоже с этой станины не сходит, не заходит туда. Такого нет, тогда нет прострога полностью, и все настроено и работает. В принципе, здесь больше рассказывать нечего. Так что, если торцовка плохо торцует или диск плохо пилит, можно всегда применить вот такое донце и выйти из положения. И получить неплохое соединение на ус. Ну, на этом все. Всем удачи. До встречи.